Всем привет, новый выпуск мяса, я опять в капюшоне, это значит у нас продолжение трансформации, но не совсем обычной. У нас сегодня есть мой напарник, второй тренер, который будет подгонять, если вдруг я что-то не увидел, или вдруг я отвлекся немножко от тренировочного процесса. Есть всегда знаменитый и веселый, и очень добрый железный тролль. Мясо, кому мясо, по заказу, больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо, крепких костей, мясо по ГОСТу, диеты, горька новостей. Всем привет, сейчас будем гонять парней. Каких? Почему парней? Ну, помнишь, почему не девушек? Помнишь, как 12 стульев? Если вы назовете его девушкой, можете первым бросить меня камень. Ты девушка? Я нет, сзади тебя дрищи стоят. А, сзади меня. А, Илья. Илью вы уже знаете. Привет, привет. Ну, Илье слишком просто было тренироваться одному. И мы ему взяли напарника, но напарник у нас будет онлайн, то есть он будет тренироваться один раз в месяц. Так, чтобы Илье было за счет кого развивать свое эго. Один раз в месяц, скажи, с нами один раз в месяц. Они то будут считать, что он один раз в месяц вообще будет тренироваться. Не, один раз, да, с нами. И поднимать свое эго за счет Ильи будет у нас Ваня. Иван. Ваня, скажи привет. Всем привет. Ваня, ты стоишь в закрытой стойке, а нет, уже в открытой, молодец. Как у тебя дела, Ваня? Супер. Как ты тут образовался, скажи? Путем слияния яйцеклетки со сперматозоидом? Ну, путем слияния пизнецкого верха и Игоря Гостинина. Да, молодец. Мы тебя сегодня будем мучить. Сколько ты уже тренируешься? Ну, с перерывами года два, там, три. Когда ты последний раз тренировался? Ну, вот в пятницу. Что ты делал? Утром. Я делал спину, бицепс, грудь и пресс. Я делал подтягивания, я делал тянул, потом так вот к себе на кого? Такой тренажер. Кого на вес. Девушку? Не совсем. Что я еще делал? Не совсем. Это что такое? Ты гей? Что я еще делал? Ну что еще? Бицепс, по-моему, да. Бицепс сделал еще. Да, гантельки по одной. Короче, программа подснежника, так и скажи. Программу подснежников выполнял. Пойдем, надо подснежников-то взвесить. О, точно. Пойдем. Сколько в тебе роста? Ты, кстати, блин, высокий такой. 190 где-то. Где-то 190. У нас тоже есть один 190. А где весы? 196. Ё-моё. Ты чё материшься? Меня дети смотрят, и тебя тоже. Смотрите, смотрите этого проказника. Это вообще вот. Мы расскажем Андрею Анатольевичу, он будет стоять в углу. Какой угол его поставим? Андрей Анатольевич угол не ставит. А что он? Он вставляет угол в тебя. Вот здесь мы уже камеру выключили, потому что Андрей Анатольевич делает. Так, погодите, надо посмотреть. Так, Ваня, сколько ты там весишь? 84 килограмма. Это хорошо. С половиной. Илюх, ну-ка давай, сколько ты там добавил? А сколько был? 80. Ну да. Да, стабильно. Я был 80 или 80? 80 с небольшим, там 81 уже, 700 что ли? Нормально. Прибавочка? 2 килограмма. Смотри-ка, давай, видишь, Илья тебя уже опережает. Да, а да, все да. Потому что Илья тренируется с тренером, а ты без. Да, да, да. А ты самостоятельно тренируешься или нет? Самостоятельно. Жду. А где ты тренируешься, расскажи. В зале. В зале. Как он называется-то? А, я не знаю, как он называется, но он находится в Сокос-отеле. Давай. Секс-отеле? Сокос-отеле. Секс-отель? Огонь. А есть абонемент еще? Следующая тренировка в Секос-отеле. Так, ну чего мы с вами сегодня будем делать? Да, и со мной тоже. Дрючить? Нормально? Записал? Чтобы дети услышали. Ну что, сегодня пройдемся по базе, как всегда? Да, приседушки, приседашки. И подтягушки? И подтягушки. И становушки, и жимовушки. А, кстати, как у нас там, интересно, как насчет этого, становая или становая? Протокол или протокол? Да, ребят, пишите, как правильно, становая или становая? Мы уже задавали этот вопрос. Ну, еще раз зададим. Повторение, повтори. Как правильно, приседание или присядание?
Оба-на. Приседание или присед? Да. Как ты считаешь? Как вы считаете? Как правильно пишется? Приседания. Да не важно как, главное, чтобы ты уже выжал вес и нормальный. Ваня, а ты как считаешь? Я думаю... Становая или становая? Становая. Я думаю... Нас уже больше. Нас уже больше. Так, идем приседать, хватит тут торчать. Надо размяться. Петя еще скучает. Я забрал у него камеру, он скучает. Ну, вот, сука. Да. Тихо, почему сам сказал, не тереть? Сука, это не мат. Много еще? Все. Ну, замечательно. Как только установлена камера на человека, он сразу говорит, все. Ну что, разбираем, да? Да, разбираем. Парни, не теряемся, не теряемся. Парни, разбираем штангу. Подходим. Разминка. Нет? Какая разминка? Ну вы пока поразминайте. Я, причем, знаешь, сейчас будем приседать и делать разминку плечевого сустава. Ну правильно. Правильно приседать. Оп, оп, вот оп, так? Оп. Илья, ты что там занимаешься? Что у нас вообще тут движуха конкретно? Все же. Что ты очкуешь? Так, ну что, парни, давайте разбираем штангу. Тролль, это чего? Давай, я сейчас обоснусь, пока я, блядь, все разберут, длинные, еще длинные пластыри. Пускай не разминается. Поприседал? А? Поприседал? А, да, да. Поприседал? Хватит, на, вот, скажи. На тебе, помню. Мне она так нравится. Я знаю. Ну что, кто первый? Бывал? А нет, я приседал уже четвертый. Илюх, а давай показывай мой сервис. А что, мы можем рассказать? Как он запомнил, что вы помните? Да, Илья, давай, ты можешь объяснить, как ты делаешь, почему ты так именно приседаешь, а не так? Ну как нужно приседать? Нет, давай лучше так, да. Как нужно приседать, объясни, Ваня. Нужно, чтобы ноги делали и приседали. Ноги нужно быть, точнее, рассказывай и приседать. Давай. Ноги должны быть чуть шире плеч, немножко разведены. Брать штангу нужно, как Игорь объяснял, с двух ног. Правильно. Гриф. Небольшой шажок назад, мы приседаем. Ноги, ну, носочки чуть-чуть разведены. Задать. Да. Thank you.
когда они садятся... Я приседаю 200. А как ты приседаешь? Нет, может... я просто под штангу стою, поставил. Опа! Ты понимаешь, так сделал, выпало. Дневник, ребята, тренировок. Все, чтобы вели, если вы новички. А новички все, кто не накачался. То есть и меня тоже на дневник купить? Засыните трапу железного тролля, а не просто это нечто. Какая? Где трапа? Что? Была бы трапеция. Где они? Где-то тут, да. Вон она, наверное, висит. Да? Свой? Вот как ты так накачал? Нет, вот здесь прям, нет. Вот у меня нету. Вот как... Оп, оп, прям такой рельеф, офигеть. Да? Как это сделать? Так красиво. А знаешь как? Я тебе скажу. Когда я учился в школе, меня вызывали к доске всегда. Ты учился в школе? Да. Меня вызывали есть к доске. Школа? Есть школа для троллей? Да. Вот. И меня вызывали всегда к доске и говорили: Александр, ну вот, вам это, вопрос какой-нибудь задавали. Какой заговор? Я говорю, не знаю. Не знаю. Итак, за 6 уроков. Представляешь, сколько раз я сделал подходы? Молодец. Илюх, 12 повторений. Просто ставишь ноги, не упираешь, просто ставишь. Все, снял гриф на глазами. Вся проблема. Понимаешь?
сначала пятку, а потом десятку. Вань, ты же делал, да, становый, говоришь? Мало очень. Да, ты, теперь ты понимаешь разницу, как ты делал и как Игорь сказал? Ощущаешь? Да. Теперь ты ощущаешь, какая на самом первом этапе работа тренерская влияет, чтобы остаться не калекой, а не простой развод людей. Да, видишь, блин, тут такая ситуация, что зачем необходим тренер для того, чтобы ты научился правильно выполнять упражнения, чтобы ты мог прогрессировать без травм, чтобы ты получил, блин, тот результат, который ты хочешь, а не тот результат, который ты врагу бы не пожелал, типа грыши и всякой такой фигни. Поэтому необходимо в самом первоначальном этапе закреплять именно технику с помощью тренера или опытного партнера. Дневники тренировок. Видите, Илюха все ведет. Правда, коряво у него все записано. Ну-ка, дружи. Поэтому дневник очень важен на первоначальных этапах. Тем более, если у вас нет тренера, то дневник вам просто необходим. Третья тренировка прошла успешно. На весах у нас плюс 2,5 килограмма у Ильи и непонятные килограммы у Вани. И мы отследим, что у нас будет через месяц у Вани. Ну и что еще будет через недельку у Ильи. На этом тренировочка закончена. Подписывайтесь на канал. Ссылочка здесь еще, вот здесь она где-то есть. Ставьте лайки, если вам понравился Илья, если вам понравился Ваня, если вам очень нравится Железный Тролль и я, ставьте тоже лайки. Ага. А что? Будьте добрее, умнее, веселее, здоровее. Всем пока. Мясо, кому мясо, по заказу, больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо, крепких костей, мясо по ГОСТу, чья ты горька новостей.